В Новой Зеландии была арестована группа хакеров. Грегори Дэвид О'Нил, 56-летний житель Новой Зеландии, выдавал себя за несуществующую преступную группировку хакеров. Мужчина рассылал различным компаниям письма с угрозами промышленного и коммерческого саботажа и требованиями выкупа в биткоинах. Окружной суд города Нейпер 31 января приговорил псевдохакера к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы.